С выпуском Каджар для автомобиля будет доступен широкий выбор вспомогательного оборудования, элементов дизайна, компонентов для улучшения и комфорта, и защиты, мультимедийных устройств, а также средств безопасности. Как и в новом S-Pass, в Каджар вы найдете тягово-сцепное устройство. Чтобы сложить его в бампер, используйте ручку в багажнике. В сложенном виде устройство незаметно и защищено от внешнего воздействия. Инструкция по сборке и правила использования можно найти в руководстве к оборудованию.